воскресенье, 4 октября 1914 года. Андрей Лобанов-Ростовский участвует в боях при Опатове. Едва забрезжил туманный рассвет, артиллерия вновь открыла огонь. Андрей Лобанов-Ростовский тотчас проснулся от этого раскатистого грохота, его сморила усталость, он спал всего пару часов. Пошатываясь, он встал. С высоты, на которой они разбили ночью лагерь, он увидел, как вдалеке клубится белое облако от разрывов снарядов. Как эти клубы заволакивают низкие холмы на юге и западе. Видел, как вспыхивающие клубы дыма ползут дальше, словно поток лавы. Как пляшущий огонь приближается к городу, как он добирается до него. Гражданское население в панике мечется по улицам. Наконец, весь Опатов поглощен дымом от разрывов снарядов и горящих домов. И только церковные колокольни еще видна из-за клубов дыма. Артиллерийский огонь все ближе и все плотнее. Грохот волнами накатывает с обеих сторон, гремят разрывы снарядов, раздаются хлопки от выстрелов из винтовок, слышится треск пулеметов. Они не все видят и не участвуют в бою, но по звукам различают, что он кипит в полукруге от нас. Рота по-прежнему занимает свою высоту, в соответствии с приказом, оставаться на месте в ожидании дальнейших инструкций. В 11 часов поступили новые распоряжения. Надо готовиться к отступлению. Спустя полчаса Лобанов-Ростовский оборачивается. В октябрьском небе он видит гигантский дымный плюмаж. Пламя пожирает Опатов. И не только его, все деревеньки по обе стороны от города тоже охвачены огнем. Военным все труднее пробираться сквозь толпу перепуганных мужчин, женщин и детей, которые в панике кидаются в разные стороны, по мере того, как к ним приближаются звуки боя. Где-то на полпути рота останавливается. И тогда произошло нечто примечательное, хотя и не из ряда вон выходящее. Немецкие пушки, ближайшие к отряду Лобанова-Ростовского, были обстреляны своими же, по другую сторону дороги, принявшими их за русских. Немецкие батареи вели друг с другом яростную артиллерийскую дуэль. За это время русским удалось скрыться. Конечно, немцы вскоре обнаружили свой промах, но враг был уже далеко, на большой дороге к Сандомиру, на безопасном от немецкой артиллерии расстоянии. Со всех окрестных дорог и тропинок к ним стекались отступающие части. Теперь они были частицей единой, длинной черной ленты из телег, нагруженных ранеными, разбитых артиллерийских батарей, солдат из других войск. К вечеру начался дождь. И только теперь Лобанов-Ростовский вспомнил, что не ел весь день. Голод заглушили тревога и беспокойство. Около 11 появились остальные солдаты роты, потрепанные, но целые. А с ними, к счастью, полевая кухня. Теперь всех покормят. Вдали утихает пушечный грохот. Становится совсем тихо. То, что назовут сражением при Опатове, закончилось. По-прежнему лил дождь. Наступила полночь. Лобанов-Ростовский вместе с другими забрался под телеги, чтобы поспать. Сперва удалось заснуть, но потом струи дождя просочились и к ним. Остаток ночи он со своими солдатами провел сидя у дороги, молча, без сна, в каком-то животно-терпеливом ожидании, когда же, наконец, наступит рассвет. Суббота, 10 октября 1914 года. Эльфрида Кур слушает истории о войне за чашкой кофе в Шнайдемеле. Осенние краски. Октябрьское небо. Студеный воздух. Учитель принес с собой на урок сводки с фронта и зачитывает их. Два дня назад пал Антверпен, а теперь капитулировал последний форт. И значит, длительная осада снята и германское наступление по всему побережью, на Фландрию, может продолжаться. Последние слова сообщения Эльфрида уже не расслышала, их заглушили радостные крики детей. После школы девочка сидит за чашкой кофе. Родители Эльфриды разведены, а она не общается со своим отцом, ее мать работает, у нее небольшая музыкальная школа в Берлине. Поэтому Эльфрида с братом живут у бабушки в Шнайдемеле. Все разговоры, как обычно, о войне. Кто-то видел на вокзале еще один состав с русскими военнопленными. Раньше они вызывали интерес своими длинными бурыми шинелями и драными штанами, но теперь на них никто и внимания не обращает. По мере того, как немцы продолжают наступать, газеты приводят все новые цифры взятых в плен. Это напоминает биржевой курс войны, где сегодняшняя отметка – 27 тысяч пленных под Сувалками и 5800 западнее Ивангорода. Что же будут с ними делать? В
Фройлейн Элла Гумпрехт, незамужняя учительница средних лет, с твердыми убеждениями, круглыми щечками и тщательно завитыми локонами, знала ответ: расстрелять их всех, да и дело с концом. Другие считали эту идею ужасной. Вторник, 13 октября 1914 года. Пал Келлимен проводит ночь в ущелье у Лужны. Вперед-назад и снова вперед. Сначала, в первый месяц войны и стремительный прорыв в Галиции Ю, навстречу наступающим русским, последовавшие за этим кровавые сражения, потом отступление, беспорядочное бегство от реки к реке, пока они внезапно не оказались у Карпат и венгерской границы, неслыханно. Затем, пауза, тишина, ничего. А потом приказ о новом наступлении, о выходе из Карпатских ущелий и спуске в долины на северо-востоке, к осажденному Перемышлю. При этом потери были невиданными. Зима наступила необычно рано. Она началась с обильных снегопадов. Все дороги разом стали непроезжими, и австро-венгерские войска не могли двинуться ни вперед, ни назад. Дивизия Пала Келлимена застряла в одном из замерзших ущелий. Вокруг лошадей намело сугробы. Мерзнущие солдаты сидели на корточках, у еле разгорающихся костров, или просто топтались, размахивая руками, чтобы согреться. Все молчали. Убота 24 октября 1914 года. Лаура Датурчинович возвращается в Сувалки. Долгое путешествие утомило ее. Последний отрезок пути из Алиты Лаура ухитрилась проехать не в телячьем вагоне, но зато поезд оказался неотапливаемым. За последние сутки они то и дело останавливались, непонятно по какой причине. Часть железнодорожного полотна ремонтировалась, и на этих участках вагоны покачивались, словно корабль в море. В 6 часов утра они наконец прибыли на вокзал в Сувалках. Вместе с одной знакомой, женой доктора, она пешком отправилась к дому, в промозглой осенней темноте. Они с трудом пробирались по разрушенной дороге. Постепенно светало. Она увидела русских солдат, некоторые были пьяны. Увидела разгромленные дома, поваленные заборы. Дети и прислуга оставались в Витебске, где они нашли временное пристанище. Муж Станислав был призван в русскую армию и возглавлял теперь санитарную службу в только что захваченном Лемберге. Но прежде чем туда отправиться, он успел наведаться в освобожденные Сувалки и вернулся оттуда с двумя чемоданами одежды и известием о том, что их дом уцелел. Однако он не хотел вдаваться в детали и лишь добавил, что пусть лучше она увидит все своими глазами. Наконец она добралась до своего дома. Войдя внутрь, Лаура едва поверила своим глазам. Все вокруг было разрушено, разгромлено, разорвано, разбито, разбросано, перевернуто, перепачкано. Ящики выдвинуты, шкафы опустошены. Перед ней предстала беспорядочная куча вещей, которые когда-то назывались ее домом. В комнатах стоял чудовищный запах. Лаура бросилась к окнам, распахнула их, одно за другим, глубоко вдыхая свежий воздух. Библиотека была совершенно разграблена. Полки опустели. Пол устилали груды разорванных книг и бумаги, повсюду были разбросаны документы и гравюры. В столовой так и валялись осколки суповой миски, а еще толстый слой битого стекла, грязной посуды, загаженных скатертей. И все это было затоптано грубыми солдатскими ботинками. Немецкие солдаты и офицеры жили здесь пару недель назад. И такое впечатление, что они, поев, бросали тарелки и стаканы прямо на пол. А потом брали новые, использовав, снова бросали. Лаура вошла в одну из кладовых. Там стояли прежде аккуратные ряды стеклянных банок, в которых хранились варенье, джем, мед, консервированные овощи. Теперь же содержимое исчезло, и банки были наполнены дерьмом. Она велела дворецкому Якобу с его женой и дочерью начать уборку дома. А сама решила составить список пропавших вещей и пойти с ним в полицию. Пятница, 12 февраля 1915 года. В тот же день, 12 февраля, польские Сувалки снова были заняты немецкими войсками. На этот раз Лаура Датурчинович и ее семья не смогли бежать, так как один из близняшек заболел тифом. Ей как никогда не хватало сейчас ее мужа Станислава. Было холодно и много снега. Она пишет: «Вдруг я услышала шум и увидела городских оборванцев, мародеров, они искали себе еду, дрались, орали друг на друга, отвратительное зрелище. Евреи были всегда такими тихими, а теперь заважничали, загордились, распрямились, чтобы казаться повыше ростом. Мне было трудно удержаться от того, чтобы не остаться на балконе. Не в состоянии решиться на что-то определенное, я металась между балконом и детьми. В 11 часов на улицах снова воцарилась тишина, и я увидела первую островерхую каску, показавшуюся из-за угла. Немец шел с поднятой винтовкой в руках, высматривая снайперов. За первым вскоре последовали и другие. А потом появился офицер, обогнув угол. Он остановился прямо под нами.
Воскресенье 25 октября 1914 года. Мишель Корди возвращается на поезде в Бордо. Временами он двигался среди людей, будто ступал по другой планете, и его окружали абсурдные, непостижимые явления. Действительно ли это его мир? В сущности, нет. Мишелю Корди 45 лет, он давно служит чиновником в Министерстве торговли и почты, он также социалист, пацифист и литератор. Пишет литературно-критические и политические статьи в газетах и журналах, издал много романов, некоторые из них стали весьма популярными. В первые дни сентября, когда казалось, что немцев не остановить, правительство покинуло Париж, а с ним уехали и чиновники министерств. На автомобилях они выезжали из города, охваченного паникой, беженцы толкались на вокзале, словно покидали охваченный пожаром театр. Чиновники ехали в Бордо. Войну Корди счел позором и гибелью, и он до сих пор не смирился с ее началом. Он заболел и отправился на морской курорт, так что все новости доходили до него через газеты или телефонные разговоры. Так постепенно формировалась картина происходящего. Он пытался отвлечься за чтением книг, но тщетно. Каждая мысль, каждый поступок, связанные с началом войны, превращались в жестокий, смертельный удар по моему величайшему убеждению, которое я хранил в глубине души, я свято верил в идею устойчивого прогресса, успешного движения вперед. Я даже не думал, что подобное может случиться. Теперь моя вера разрушена. Начало войны стало для меня пробуждением ото сна, в котором я пребывал с тех самых пор, как начал размышлять. Дети на берегу играли в войну, девочки изображали медсестер, мальчики – раненых. Из своего окна Корди видел артиллеристов, они били, отправляясь в путь, и он разрыдался. Вместе с Корди в купе сидит щуплый унтер-офицер, только что вернувшийся с фронта. Они мирно беседуют друг с другом. В 4 часа утра поезд останавливается на станции, и унтер-офицер выходит. На перроне к нему на шею бросается девушка. Корди думает, только представить себе, что такая любовь, любовь всех этих матерей, сестер, жен и невест оказалась бессильной перед всей этой ненавистью. На мелькавших мимо станциях можно было заметить киоски с разноцветными картинками в газетах, однако все эти издания датировались первыми числами августа. С тех пор они больше не выходили, словно бы началось другое летоисчисление.